Приветствую. В этом видео мы поговорим, как из обычной ели создать довольно декоративную форму. Здесь мы видим ель шарообразной формы. Ей порядка 4-5 лет. В обычных условиях она была бы уже достаточно высокой и имела бы пирамидальную форму. Но благодаря прищипыванию мы имеем вот такую ель. Шаровидную, достаточно низкую, компактную и пушистую ель. Сейчас я покажу, как добиться этого эффекта. Мы видим, что у нас отросли молодая хвоя. Ее можно обрезать ножницами, но этого я делать не советую, потому что можно повредить хвою, и, соответственно, она покоричневеет и будет выглядеть достаточно неэстетично. Что мы делаем? Мы берем и примерно по своему опыту на 2/3 просто отщипываем кусок хвои. В некоторых участках, если есть проплешина, да, мы можем либо оставить хвою, либо удалить незначительную ее часть, чтобы веточки уже заполонили нужное нам пространство. Соответственно, данную процедуру необходимо сделать на всей елочке. Всю хвою можно прищипнуть. Достаточно трудоемкий процесс. Но тем самым мы будем иметь довольно симпатичную и пушистую елочку. Вот я закончил обработку данного экземпляра. Я все молодые побеги прищипнул. И, соответственно, мы вот видим, декоративная форма осталась, все красиво. Потом елочка даст еще боковые побеги, станет еще пушистее, и процедуру необходимо будет повторить. Можно создавать не только шаровидную форму, но также и штамбовый экземпляр, и абсолютно другие формы. Штамбовые необходимо дать прирост чуть-чуть, удалить нижние веточки, и уже верхнюю крону формировать таким же образом. Так что экспериментируйте, прищипывайте и присылайте свои результаты на наш сайт flocus.ru «Ландшафтный дизайн». Сайт flocus.ru «Ландшафтный дизайн», цветники, водоемы, идеи для вашего сада и дачи, обучающее видео. Создайте неповторимый дизайн сада с flocus.ru.